теперь мне типа назад, да, вообще? Там были шлюза. Это что это? Зачем вам конечности? Да кого я спрашиваю? Точнее, о чем вообще я спрашиваю? Блять! Хуй! Батареечка. Темно как у не... Повторяюсь. Хотя я же не говорил, что я не повторяюсь. Это такой кто другой говорил, что я не повторяюсь. А я повторяюсь. Я вообще назад иду. О, чуваку плохо. Оставим его. Вот здесь я от него убегал. Я ничего не понимаю. Доберитесь до радио в тюрьме. Отлично. Где оно? Пыль. Шикарно. Блин, плохо. Даже не знаю. Библиотека. Урология. А там разве не неврология? В урологии стоит скелет. Да, я здесь не был. Там была неврология все-таки. Я через библиотеку как раз пробежал. Там будет с другой стороны неврология. Я сюда правильно прибежал, потом искал газ. Все-таки надо бежать назад и смотреть, что я там где пропустил. Тем более, что я как раз отсюда пришел. В прошлый раз. Сейчас будет проще искать дорогу, наверное. Кстати, ну-ка. Нет, никакие двери не открылись. Пока что. Вот оно что. Этот туалет не заходил. Так, где-то здесь. Но я ж прошел через шлюз. Я что-то не вкуриваю. Вот я через этот шлюз сейчас про... Нет. Правильно. Загрузка. Только что была подгрузка. Outlast славится тем, что это целая игра без каких-либо швов в мире. Просто проходишь, вот и все. Все 5 часов игры без каких-либо швов. Тут на тебе подгрузка была. Теряю эту марку. Не, я шучу. Ничего такого плохого совсем. Просто как факт. Вай. Вай. Туманище. Кто-то где-то ходит. Этот кто-то, кажется, не я. Пипец, туманище, прикольно. В жизни вообще хотел очень... Ах ты, козьи ноги! Гребаный покемон. Кровища, следы. Ну и чё, модно делать DLC так, чтобы они были 6 раз хуже основной игры. Не знаю, не знаю. DLC-шка для Saints Row 3, которая вышла как отдельная игра Saints Row 4. Реально клёвая была. Ой, кто-то тут. Весь на говно и зашел. Куда-то прибежал.
Хранение. Я не понимаю, что делать. Он кто-то что-то долбит. Так. Опять эта трубка. Prison Block. Да, мы нашли тюрьму. Все правильно. Тюремный корпус. Там было, должно быть. Радио, по крайней мере, должно, по крайней мере, быть. Хрена нету. Я бы... Стоп! А как насчет по телефону поговорить, например? Ой. Гудки ведь есть. Ладно. Это было довольно ожидаемо, конечно, на самом деле. Вот только я сейчас не представляю немножко, куда идти тогда. Потому что здесь же вот тут вот ничего нет. Тут наверх никуда. Вот тут вот есть что-то, но как же я наверх-то заберусь? Эту дверь открывать не хо... Чет. О, он играет чьей-то головой. Красава. Но я Saints Row 4 воспринимаю как DLC, как это называется, стендалон дополнение к третьему Saints Row. И очень даже отлично, по-моему, как DLC. Хотя вот вся проблема в стоимости. Если бы она не стоила как отдельная игра, тогда все было бы нормально. Он играет в одиночку и проигрывает. В этом и заключается вся игра. Есть математические доказательства. Если сложить 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, то до бесконечности, то в итоге получишь ответ. Если не отступить перед бесконечностью, то получишь невероятно огромное число. Если продолжать считать, то достигнете 1 деленный на 12. Повторение отрицательного. Я активирую контроль над вещами. О 400 милях переезда отсюда на арендованном грузовике. Что? Ага, мы здесь работали, потому что нам надо было выплатить страховку. Мальчики спят на заднем сиденье, играют ДМ-радио. Или АМ. АМ, кстати, коротковолновое какое-нибудь имеется в виду, наверное. Именно вот, игра. Да-да-да-да-да-да-да. Кантри, я хочу, я не хочу здесь умирать. Ну, я реально не представляю, куда же мне идти. Правильно, беги. Он, наверное, нам сейчас вот эту дверь открыл, да? О, чуваку бошку свернули. Фу! Я думал, там гнол стоит из Серёз Сэм. Жуть какая-то. Мне так показалось. А мы вообще не отсюда пришли ли? Нет, кажется. Тут фига себе бродить можно. Речка. Это хорошо. Кстати, да, многие говорили о перегруженности движка Saints Row 4. Спасибо, чувак! Ты мог меня сейчас сильно напугать, если прям перед лицом выскочил. Как я рад, что ты подождал полсекунды. Отлично. Говорят о перегруженности движка Saints Row 4. А в чем это заключается? Я играл вообще замечательно, я не понимаю, о чем речь. Вообще. Да, идем мы с пяточком. Большой-большой секрет. И расскажем мы о нем. Это просто очевидно, да? Серьезно.
Ну, зло. Ничего. Ничего. Заперто. Клёво. Блин, Silent Hill какой-то. Ай, братишки. Вы меня опять покушать принесли, да? Помню я вас, братишки. Идите-ка вы нафиг, братишки. Ты мне не приятель, дружище. Ты мне не дружище, приятель. Он здесь играл в баскетбол? Нет. А вот мне третий вот Saints Row как раз не очень понравился. В качестве сюжета скорее больше. Во второй очень классно сделали то, что ты постоянно все больше и бо... Братишка, все в порядке. Идет постепенная во второй части накрученность. Безумие, так сказать. В третьей части иногда бывает вау-момент. Ух ты ж, ни хрена себе! Чувак, ты промазал. Ой, вас тут двое. А я думал, вы в одного играете. Ой, и эти ребята идут. А, и еще один. Уу! И еще двое. Да... Вообще, в третьем есть какие-то вау-моменты. Действительно, думаешь, ни хрена ж себе, до чего доходит. А в основном обычная GTA-шка, аж скучно даже. А то второй такого не было. Там все по накатанной так кверху идет, все шикарнее, шикарнее. Сюда, наверное, все-таки можно выйти. А вот четвертая все-таки... Не стоит так говорить о четвертой. Ладно. Там сама идея такая. И опять не та кнопка. Заблуждение в лечебнице водителя. Заблуждение ли? А. Еще один, я не уверен, что сможете ли вы оценить, как это расстройство, вызванное стрессом от соседства с душевно больным. Охранник сверху из административного блока, наш последний работник, не являющийся пациентом, начал видеть видеть сказки Верники. А, вот Верники это тут был, точно. Никогда не имел прямого контакта с двигателем кондиционирования, даже никогда не спускался ниже первого уровня здания. Если бы врачи говорили о программе Вальридер, какого хрена она написана латиницей? Ладно. Присутствие работника службы безопасности... Формально здоровый из медицинского персонала, попавший под влияние своих безумных больных, это одно. Но совсем другое, если эти убеждения создаются. Ну, например, из воздуха. Можешь поговорить с ним лично. Биллингс. Вторая останется эталоном. Да, это дополнение. Да, вот вторая, пожалуй, эталон. Saints Row, пик, шик и все такое. Третья неплоха, в качестве геймплея прекрасно все сделано. Вот только историю бы вот из второго безумия все это взять, было бы перфект просто. А то парочка моментов во второй части меня удручает. Чем они там орут? Мелкие будки такие стрёмные. А я знаю, где нахожусь. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in Billy. Ты знал Билли? Billy understood.
They've always been here. Окей. Да. Вообще-то я бы к нему спиной лучше не поворачивался в жизни-то. Почему мы не... Ну, хотя этой рации может быть другой аккумулятор. Но у меня рация, например, работает на 4-пальчиковых батарейках. Может, это тоже? Я бы взял батареечки. Привет, чувак. Пока, чувак. Мне ты не нужен. Я надеюсь. Так. Кажется, это похоже на радиорубку. Тут полно всякой аппаратуры. Мы сейчас что, пароль будем компьютером подбирать, да? О, нет, тут самое настоящее радио. Хм. С кем ты будешь связываться? 911. Сучий потрох! Уэйлен Парк, you couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're done talking now. Do me a favor and die here, Парк. Это Уокер, что ли? Куда ты? Ты сейчас сам сдохнешь, я надеюсь. Идеальных игр не бывает. Ну не скажи, не скажи. Мне кажется, бывает. Но опять-таки это дело вкуса, в принципе. Никаких заметок. Доберитесь до радио в тюрьме. Как насчет обновить? Ну, конечно! Я бы уже сдох, конечно, я знаю, я знаю, я знаю. Хули вы двери закрываете, придурки? Дверь он выломает, по идее, на раз. Давить, ведь давить. Не пролезет. Давай, давай, давай. Да, у каждого своя идеальная игра. Я, честно говоря, сейчас пытаюсь... Серьезно? Ну, доберешься до этой эвакуации. Тебя ж угандошат, наверное. Ну что ж это за дела-то? Драун... О, чувак только рисует эту надпись. Скоро сюда придет герой от основной игры Outlast. Шикарно. Джей. Н. Вниз, 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 вниз. Место выглядит как психиатрическая больница. Похож на священника, рисует инструкции на стене, осуждает о боге, говорит мне не бояться. Как же я мог быть частью этого бесчеловечного, движимого алчностью нравственного геноцида? Монстры мерков, пытающие умы. Монстры пытают умы, в смысле. Да, я другое подумал. Так, черви-юристы, да, будут защищать эту хрень. Ну, все с вами понятно. Нет, fuck you. Ложная беременность. Настоящая выгода. Чё, серьезно? Ты наблюдал за проектом Валидер в 2010 году? У нас было несколько случаев с женщинами. Да, мы об этом уже читали.
Так, психосоматическая беременность. Кстати, по-моему, такое есть на самом деле. Эти случаи просто имели смертельный исход. И они были работницами, а не пациентами. Так что это было трудно просто подмести под ковер. Но у них не отмечалось активности морфогенетического двигателя. Так что ж с ними-то было-то такое? Гормональная терапия, не было ее. Ничего с ними не делали, хотя понять не. А ППМ, ППМ. Сейчас ППМ. Но не менее. Прибыль от проекта небольшая почему-то. Что-то мне неохота сюда идти. Может, тут есть что? Куда не пройти? Сюда не пройти. Ах вы, ублюдки! Я узнаю, кстати, это место. Туда потом чувак пойдет. А здесь вообще-то, по-моему, столик должен быть. А нам туда и надо. А, так это вот этот чувак будет кого-то там долбить, по идее. Очень агрессивный сволочь. Значит, я могу здесь сейчас пройти. Ничего, ничего. Как неприятно открывать дверь в темноту. Батареечка. Батареечек. Даже на минимальном уровне сложности батареечек не полно. Едва половину набираю из запаса. Это меня беспокоит немножко. Ну, конечно! У меня, кстати, камера с ночным видением. Тут темно как... Я не буду повторяться. Надеюсь. Опять подгрузка, да? Еще камера сейчас лагнула нехило так. Здорово. Тапа-тапа-тапа. Направляйтесь к административному блоку. Туман прошел. Чё, подвал? Тут больше ничего нет. Пожалуй, нет. Ну, конечно, в какую-то клоаку. Мечательно. Окей. Старкушка? Знакомое место. Ёк-макарёк. Убей нас, сожги здание. Здесь находиться уже хуже, чем умереть. Убей нас, убей нас, убей нас. Кстати, да. В оригинале тут чувак ведь еще подожглась кухня, по-моему. Или это была не кухня? Ну, в общем-то, не суть. Кто что подожжет-то? Ладно, в электростанцию я, наверное, пока что не сунусь, да ведь? А я же не отсюда пришла, шли... Откуда я пришел?
Да, все верно, я там пришел. Может, есть что? Что есть, что? А если найду... О, батареечка. Апа... Я не понимаю. Правильно я иду? Вообще нет. Чё ты делаешь? Да, там электричество шпарит, поэтому надо отрубить ачивочка шокер. Да, игра предупреждает то, что тут есть сцена сексуального характера. Блин, это какая-то херня. Не понял. Электроэнергия все же есть. Электричество. Мне нужно подумать, Лиза. Я думал, что электричество это доказательство того, что что-то контролирует... Ой, что бы это значило? Что что-то контролирует лечебницу. Что-то контролирует лечебницу. Неважно. Ну да, все выживают. Лиза, ты всегда была самой разумной. Сумасшествие и бесчеловечность управляет в этом месте. Ловушка. Может, стоит выключить? Но я же как бы вроде бы выключил. Да, электричество есть. Ну-ка. Не хочет прикасаться, ладно. Ха-ха, мерзко. Ну да, мерзко. Стоп, там что-то еще есть. Такие электростанции вот такими маленькими рубильниками не отрубаются. С таких электростанций идет воздушные линии как раз. Заряд бодрости. Как раз на такие электростанции идут воздушные линии, с них идут линии на и так, небольшие всякие распределительные подстанции, которые уже имеют дело с обычным более-менее напряжением. Там уже и маленькие щиты. Драчун ушел. Да не особо в оригинале было писюны. Подожди, только что были писюны. Кстати, я же отрубил. Ёб твою мать. Какой тебе нахер доктор? Не смей включать рубильник. Понял. Туда. Давай и закрывай, потому что он сейчас... Нет, ни хрена. Он здесь, но я подумал о другом. Не туда. Ну да, видимо, ты... Пропустил. Меня тут на улице между решетками как раз гоняли два чувака с писюнами.